Поступила информация об одном интересном паханом поле, на котором мы копались предыдущие года. И мы едем туда, в общем, проверять. Там должна быть перепашка. И несколько лет назад мы на нем копали, и очень даже неплохо и успешно копали, скажу честно. Еду я в надежде найти хотя бы одного или два динарика туда. Всем привет, друзья! Вы на канале «В поисках золота». Сезон у нас только начинается, поэтому мы будем выезжать чаще. Я думаю, что и видео на канале будут выходить тоже чаще. Все, друзья, едем, забираю пацанов и погнали, увидимся на поле. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Ну что, друзья, вот мы и на поле. Хожина здесь, конечно, ну так похожена, я вам скажу. Но тем не менее, первый пошел. Есть у меня динарик, сейчас вам покажу. Зацените. Не относительно так, не сильно глубоко он лежал. Но это динарик, друзья. Динарик. Замурзанный, правда. Непонятно, кто там. По-моему, Фаустина, если я ничего не путаю. Что-то мне на барышню похож этот профиль. Ну вот, вам пожалуйста. И вот следы, смотрите. Вот видите, совершенно рядышком следы. Вот ямка копанная. Кто-то шел прямо, завернул, здесь выкопал и вот так вот обошел. Не домахнул чуть-чуть. Не домахнул. Сейчас буду этот бугорочек выхаживать. Я думаю, что еще что-то должно быть. Скорее всего, тут хатка стояла. Пойду наверх, поднимусь на бугорочек и за бугорочек спущусь. Такие есть места, где проходов нету. В общем, буду эти места прохаживать. Все, смотрите, я пошел искать дальше. Первый есть. Надо продолжать. Уже веселее. Поле заровненькое, шикарное. Друзья, что я вам хочу сказать. Второй не заставился долго ждать. Вот опять чьи-то следы идут. Вот. А я вот так вот обошел вот так вот и сюда вот вышел. Вот там вот где-то я метров, ну, 15-20 выкопал первого. И вот, пожалуйста, смотрите. Есть еще один. Этот тоже залипший. Зеленый вообще какой-то. Блин, не видно ничего. По носу могу сказать, что мне похож на Адриана. Похож по носу на Адриана. Но второй, друзья, мы на поле минут 30, наверное. Минут 30 на поле ходим. Вот вам первый и второй. Пожалуйста. Так, этот бугорок мне явно нравится. Думал вообще развернуться, пойти в ту сторону. Как-то так начал подниматься, потянуло меня туда. Но уже похожу здесь. Потому как здесь вот не хожу на вот это вот крайние следы, которые сюда дошли. А дальше уже никто не пошел. Я думаю, что мне стоит здесь однозначно походить. Если два динарика так к ряду выпало, должно быть еще что-то. В общем, идем искать дальше. Смотрите, друзья, я пошел. Значит так, друзья, пацаны ходят где-то там за бугром. Это Вадим вот там вот. А я спустился вот там вот за бугром, я выкопал два динарика. Спускаюсь вниз, поднимаюсь вверх. И вот третий, друзья, прямо в соломе. Прямо в соломе. Это у нас... это у нас троянчик, ребята. Троянчик.
троянчик соломы. А пацаны ходят и грустят. А у меня третий. Класс. Как там говорится? Портал открылся. Портал открылся. Так, нравится мне этот бугорок. Сейчас обратно туда вернусь, где нашел тех два предыдущих. И буду в эту сторону вот так смещаться. Вот здесь вообще не хожено. Вот с этой стороны еще чуть хожено. Вот там, где Вадим пробивает. А в эту сторону вообще не хожено. И буду идти туда. В общем, смотрите, я пошел искать. Поле, друзья, мега шикарное. Смотрите, как солнце еще высоко в небе. Я думал, что такого не бывает в принципе. Но давно я уже так не копал. Ну, взгляните сюда, есть еще один. Ой, блин, печалька. Печалька грустная. Блин. Короче, он горевший, друзья. Горевший. Ну, это однозначно был динарик. Но время его не пощадило. Сгорел он, в общем. Блин, очень жалко. Четвертый, можно сказать. Был бы четвертым. Ну и так вроде бы как динарик, но... Но подгорел. В общем, ходим, ходим. С того бугра я пришел. Там выкопал третьего. Вот здесь вот выкопал первого и второго рядышком. И вот четвертый. Ну что сказать. Берем, идем дальше. Пойдет в лом серебра. Идем дальше искать, друзья. Смотрите. Друзья, спустился вниз к ручью. Вот сейчас поднимаюсь обратно наверх. И хочу вам показать сигнальчик. Вот следы какие-то. То ли кабанчик какой-то шел. То ли, ну не знаю, собака может какая-то. Смотрите. Сигнал просто бешеный. Блин, я думаю, что там динарик, потому что очень не глубоко. Смотрите. Вот так вот они появляются на свет. Сейчас звук выключу. Вот так вот они и появляются. Закисший, залипший. Прочитать ничего невозможно, но какой-то бородатый дядька. А тут какая-то легенда. Какой-то стоит чувак. Ребята, это пятый. Пятый динарик. Портал открылся. Крутяк. Блин, давно я так не копал, я вам скажу честно. Кстати, на этом поле я и хорошо откопался 2 года назад. Вот история повторяется. И, пожалуйста, вам снова пошли динарики. Хорошая перепачка тут была, глубокая. Видно, повыворачивала, потому что такие закиши глубоко, видно, лежали давно. Класс. Идем дальше, друзья. Пятый. Друзья, прямо в следах спинка с фибулы разбавила мои находки. Вот такая вот. С пружинкой, без иголочки. Следы, смотрите, прям вокруг везде. Одни следы. Следы, следы, туда пошли, сюда пошли. И вот вам, пожалуйста, в следах спиночка выпала. Находочка металлопластика. Берем, идем дальше. Вот туда иду. Смотрите, друзья, и снова в чьих-то следах у меня поверхностная находочка. Печалька. Вот такая вот, кусочек динарика. Блин, жалко. Жалко, что отломанный.
Солнышко уже садится потихоньку. Нам еще пару часиков походить. Места шикарные. Ушел я далеко от того места. Думаю, что, наверное, сейчас туда вернусь. Там вот как-то было веселее. Что меня сюда потянуло, не знаю. Наверное, за вот этим вот кусочком. Пойдет в лом серебра. Все, берем, идем дальше. Смотрите. Погодка просто сказка. Не жарко. Хорошо так под вечер, прохладненько. Пацаны где-то там внизу ходят за бугром. А у меня, друзья, смотрите. Та-да-да-дам. Антонинянчик вывалился. Грязненький, замурзанный. И смотрит влево. Прикиньте. Не глубоко вообще лежал. Что здесь какой-то человек. А, комары начинают кусать. Антонинянчик, друзья. Ой, чуть не потерял. Класс. Солнце вон уже, смотрите, заходит за посадку и за тучу. Берем находочку. Шестой, можно сказать. Класс. Еще несколько оплавшей серебра выкопал. Сейчас походим еще несколько часов и будем ехать домой. Направляюсь в то место, где я выкопал основную массу динариков. На тот бугор самый крайний. Попробую там еще походить по нему. Там не сильно хожено. В общем, класс, мне нравится. И опять же, смотрите, следы вот кто-то завернул. Завернул и пошел туда. Реально не дошел. Метр, полтора, может быть. Все, друзья. Кто-то там костер палит, дым идет. Может, стерню с поля зажигают. Иду дальше. Будут находки, вы все увидите, смотрите. Друзья, закаты летом. Просто красивое. Солнышко уже село. Такая туча висит над посадкой. И мы, наверное, будем заканчивать коп. И ехать домой. Что я вам хочу сказать. Портал сегодня открылся. Можно сказать, хорошо я накопал. Классные находки. Сейчас посмотрим. Сейчас заглянем ко мне в хабарничку. Хабарничка, друзья. Выкопал 6 динариков. Вот это вот 2 советины, скорее всего. Сейчас как-то, чтобы она не упала. Вот это вот 2 советины, скорее всего. Немного оплавышей. Кусочек вот динарика. Цепочки ихний кусочек. Ну такое, что-то накопалось. Вот такие вот находки, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Напоминаю, что у нас по достижению 10 тысяч подписчиков на канале будет произведен розыгрыш. И мы разыграем золотое черняховское украшение. Все, друзья, до новых встреч. Всем удачи. Всем пока.